157 национальностей проживает на территории Самарской области, и в грядущее воскресенье всех ждет большой праздник – День дружбы народов. По традиции отмечать его будут колоритно и с размахом. В Экограде Волгарь на улице Осетинской развернутся и зоны отдыха, и бесплатные интерактивные площадки. Это и площадки по лазертагу, и веревочный курс, и аниматоры. Аниматоры как для взрослых, так и для детей. Особенно хотелось бы отметить, это бесплатные аттракционы, которые будут выставлены на территории места проведения праздника. Выставка ретро-автомобилей, показательные выступления силачей «Витязи», призы и подарки, награждение победителей регионального фестиваля, диалог культур, основа мира и согласия, флешмоб, а также выступления популярных самарских и российских музыкальных коллективов. И, конечно, вкусная национальная еда. Узбекская община выступила с предложением накормить всех узбекским пловом. Я думаю, что это будет, потому что у них это замечательно получилось на фестивале «Семирот Ахтамыш». Все с удовольствием, и будут азербайджанские сладости, татарские сладости, все это будет. Для желающих попасть на праздник будет организована бесплатная автобусная перевозка. До Волгаря можно будет добраться от Самарского государственного технического университета и с площади Революции. Транспорт будет ходить с интервалом 5 минут. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.